Люди с ограниченными возможностями со всего Хостинского района снова покоряют новые высоты. Утром большая веселая компания устроила мини-концерт на Большом Ахуне. Со стороны эти люди скорее похожи на отдыхающий творческий коллектив, однако все они состоят в общественных организациях инвалидов, и такие встречи помогают им забыть о своих проблемах и насладиться хорошей компанией друзей. Самое главное – духовная пища. Это даже лучше, чем материальное благо там или что. Вот они поют сейчас, вот стоят, поют, да, они, значит, обо всем забывают, о своих болячках и все. И вот это, значит, такое общение, значит, потому что многие одинокие, значит, лежачие есть, одинокие. Им не с кем выговориться, понимаете? А вот такое, значит, это самое, такие мероприятия, они дают настрой, значит, на дальнейшее, значит, и вот это самое, поднимают дух. Такие встречи для инвалидов Хостинского района проходят часто. Вместе отмечают не только праздники, стараются собраться при каждом удобном случае. Всемирный день инвалида для них важная дата. Это не в полном смысле день инвалида. Это день людей, тех, сильные духом, которые начали заново жизнь ввиду своих жизненных обстоятельств. Кто-то переболел, кто-то где-то травму получил, кто-то инвалид детства. Это сильные люди. Такие мероприятия становятся возможными благодаря неравнодушным людям. Один из них – депутат городского собрания Родион Цирульник. Он считает заботу о старшем поколении одним из приоритетов своей деятельности. Собираем не только на Ахуне, а используем любые возможности, чтобы они могли пообщаться, но болтаться, на рассказывать то, что их беспокоит, то, что, чем они живут, чем бы хотели поделиться. То есть это дает не только положительные эмоции, а нам, поколению младшему, есть чему у них поучиться, послушать, и их наставления, советы, в общем, общаться, еще раз общаться. По словам самих же пенсионеров, депутат помогает на деле вместе с коллегами из городского собрания. Без внимания не остаются как серьезные проблемы инвалидов, так и разные мелочи. Это, ну как бы вам сказать, но самый значимый для нас депутат. Он больше всех занимается инвалидами. И вот те мелочи, которые он даже делает, там где-то поручни поставил, где-то огородил детскую площадку, где-то что-то вот это. Из этих мелочей где-то скамейку поставил, но из этих мелочей складывается наша жизнь. Впереди представителей организации инвалидов Хостинского района ждет еще много праздников и аналогичных встреч. Повод всегда найдется, уверяют они, а с поддержкой депутатского корпуса все они без сомнения состоятся. Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.